Naughty America. Nobody. 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 Does it better. Короче, пиздец. А теперь true stories. Заебали. А я вчера была на свидание. Один знакомый, интересного содержания молодой человек. Ну, как бы такой. Ну, я думаю, ну, пора, все, как бы, хватит уже это выебываться. Классный парень, надо брать. Ну, не тут-то было, блядь. Вызывать мне на обратном пути Uber Black. Я еду такая романтизированная, такая, хо-хо-хо. Раздается звонок. Способ оплаты изменен на наличные. Как вы относитесь к американцам? Плохо. Почему? Ну а что они? Согласен. Согласен полностью с вами. Зайчика, можно тебя? Кто зайца не купляет, то заяц покусай. А кто купил креветку в зайца, то будет крапки. Клубы по шлятинам, так у вас рисует зайчий патруль. И вот дось на исправительные работы до кукурузи. А у них качаны здоровье. Будете на поле ломать качаны, я вам покажу. Всего лишь один? 30. Это для хорошего загара? Це для любви без перегара. Ви, собственно, за чим до нас завітали? За чим і за чим? Я ще смотрю, у нас уже немає. Один, так? Да? Да. Точно. Да. Точно. Сьогодні суперація, ребята. Ви тільки вдумайтесь. Купи стакан креветки і другий теж купи. Підходимо, підходимо. О, тут мені хоч настроєння підняли, там лежать. This is my voice one day in Russia. This is my voice 2 days in Russia. This is my voice 1 week in Russia. Пошел ты нахуй, сука, блядь! Мага! Вот видишь, новый аккумулятор, ну я охуел сейчас. Смотри, на что они ставятся даже, ебаный в рот. Прикинь? Смотри. Ёб твою за ногу, вот это да, ебать. Смотри, бля, ебаный в рот. Блять, вот это сервак полный ебаных бричек, называющийся, блять, BMW, нахуй. Вот она, сука, вот, смотри, блять, проблема, нахуй, здесь, блядь, чё? Да она, сука, масло жрет, блядь, как тварь, нахуй. Она, блядь, сюда, сука, каждый день заезжает, блядь. Ебаный, сука, 5-литровый мотор. Вот это говно, да она уже, блядь, на помойке должно быть ебаной, нахуй. Его выкинуть давно, нахуй, надо. Вот это говно, дизельная залупа, которая думает, что она экономит деньги. Хуй, ёпта, Сажа, ЕГР, будешь удалять, сука, заебешься, блядь, бабки тратить, понял? Вот это говно, X5 мечта, блядь, штука школьников, нахуй. Отъебало, блядь, передние привода, нахуй. Теперь их придется, блядь, менять, а он, сука, стоит, блядь, 50 рублей каждый, нахуй. Это гнилое говно мое, блядь. Я, нахуй, тоже ебусь с этой, сука, тарантайкой, блядь. Это залупа, тоже, сука, школьник взял. Хуяк, ёпта. А, бля, мотор наебнулся, нахуй. Вот так, сука, поняли, блядь? Никогда, нахуй, не покупайте ебаные брички по названиям, блядь, BMW. Нормальную машину на 3 буквы, блядь, не назовут.
с женой занимается сексом. Утром им сосед-старик, дядя Саша, говорит: «Слушай, Николай, ну вы не могли бы потише заниматься сексом? Ваши стоны, охи, вздохи слышны на весь подъезд. Это какое-то безобразие. Дядя Саша, как потише-то?» «Ну я не знаю, залепи ей скотчем рот, что ли». Ночь. Муж залепляет жене скотчем рот, занимается сексом. После первого оргазма Николай кричит: «Дядь Саш, так хорошо?» Тот: «Да!» После второго оргазма: «Дядь Саш, а так хорошо?» Тот: «Да!» И так несколько раз. Сосед не выдержал, нервно кричит: «Коля, срочно отлепи скотч сорта жены!» «Дядь Саш, а почему?» «Да потому что весь дом думает, что ты меня ебешь!» Один бухарский парень приводит домой девочку. Ну, на танцах познакомился, приводит их домой, открывает дверь. Она заходит в прихожую и нечаянно так пукает. Да, и так смотрит наверх, неудобно ей стало. «Ой, говорит, какая красивая люстра». Парень говорит: «Проходи в зал, там вообще обосрешься, блядь».